Улыбка Назара никого не оставляет равнодушным. Не ответить ему просто невозможно. Малышу всего 7 месяцев, но он уже легко знакомится с новыми людьми. Может, потому что всегда находится на руках у папы или мамы. Сидеть самостоятельно ему пока не по силам. Назар родился со множественными врожденными патологиями развития. В 3-месячном возрасте младенец перенес 2 операции. Санкт-петербургские врачи избавили его от спинномозговой грыжи и гидроцефалии. Чтобы справиться с остальными недугами, требуется дорогостоящее лечение в Израиле. За помощью родители Назара обратились ко всем зареченцам. Одними из первых откликнулись предприниматели. Спасибо вам большое. Мы даже не надеялись, что за такой короткий срок нам соберется такая сумма на диагностику. Потому что нам главное начать. Если вот это мы начнем, и дальше уже там какое-то время можно дальше собирать сумму. А вот сейчас, чем быстрее мы туда поедем, тем, конечно, лучше. Вот. И спасибо огромное. Хотим выразить вообще большую благодарность всем, кто нам помог, продолжает помогать. Большая часть, первый взнос, который мы успели собрать за вчерашний день. Вот. То есть это только открывает, скажем так, наши пожертвования. Теперь, когда часть необходимой суммы собрана, Елена Меньшова стала больше улыбаться. Раньше в глазах мамы была только безысходность от бессилия в борьбе со страшными диагнозами сына и безграничная любовь к своему малышу. Теперь в них есть еще и надежда. Надежда на то, что Назар сможет сделать первый шаг и увидеть этот удивительный мир совсем по-другому. Являясь председателем ассоциации предпринимателей города Заречного, да и просто не бездушным человеком, отцом, вызывая к бизнес-сообществу города Заречного откликнуться и помочь финансово семье Меньшовой и их сыну. Слава Богу, что медицина на сегодняшний день шагнула так далеко и есть возможность помочь этому ребенку. Если все сообща мы возьмемся, то это не такие уж и большие деньги окажутся. 300 тысяч рублей стоит диагностика в израильской клинике Шиба. После консультации и обследования Назару предстоит непростое, длительное и, опять же, дорогостоящее лечение. Елена и Иван Меньшовы рады любой помощи. Все желающие помочь Назару сделать первый шаг могут обращаться в телерадиокомпанию «Заречный». У нас организован сбор средств. Деньги можно перечислить и на расчетный счет, открытый в Сбербанке, на имя Елены Николаевны Меньшовой. Елена Степкина, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный».